кто нас смотрит, привет. Вот сегодня выехал на Грибаново. Года два не мог сюда проехать. А сегодня чудесным образом проехал. Поля залиты. И шим разлился хорошо. Места хорошие тоже. Красивые, никого нету. Ну, машины три, наверное, проехало сегодня. Сильно далеко вглубь не ехал. Машину оставил на дороге. Одел забродные сапоги. Степь залита. И пошел. Местами приходилось трудно. Так как одному страшно. Скажу откровенно, одному страшно ходить по степи, залитой водой. Кое-где ямы, перепады. Жутковато. Спиннинг покидал. Не знаю, может быть, погода сегодня не та или что, ветер. Без результата. Места хорошие. Пробовал разные приманки. Силикон, железки, шумовые. Спиннербейт пробовал. Но без результата. Почему не брала щука? Такие места, такие разливы. Пробовал везде. И там, и сям, и в разливе, и в заливах, и в водоворотах, и в обратку бросал. Бесполезно. Часа три, наверное, походил. Но места отличные. Кстати, здесь после дождичка, если попасть так, через день, можно шампиньонов насобирать, гору. Дождь лил два дня. Потом солнышко и опять дождь. И мы сюда полную машину шампиньонов набрали, свежих. Бывает, здесь попадешь на шампиньоны сказочные. Место хорошее, никого нет. Правда, комаров тут куча. Сегодня не было благодаря ветру. А вообще комаров куча. И шим красивый, дикий, глубокий. Летом чистый. Линь, на лим есть. Карась, ясь. Ну, вся рыба, щука, окунь. Thank you.
Но тут мы с Витей застряли как-то. А видите, в этом году тут можно проехать. Это я уже обратно еду.